Добрый день! Меня зовут Ирина Семененко. Я живу на Украине, в Харькове. У любого человека на Земле есть миссия в жизни. Я скажу вам, мы рождаемся в этом мире не случайно. Мы сами выбираем жизнь. Миссия и продвижение – это здорово. Мы ставим перед собой задачи, затем успешно решаем. Каждый миг жизни неповторим, и каждый человек – Вселенная. Жизнь большинства из нас состоит из проблем, задач. Но когда вы открыты и ищете решение, оно обязательно появится. Если хотите преуспеть, то надо искать и думать. Так 5 лет назад я узнала о возможностях MLM-бизнеса. После этого в моей жизни произошли большие изменения. Читая удивительные книги, мое сознание менялось. Предо мной открылись новые возможности и перспективы, о которых ранее я не могла и мечтать. И начался новый этап в моей жизни. С помощью удивительного продукта компании ко мне вернулась моя молодость и красота. Вспомнила свои юношеские и детские мечты, появилось желание помогать людям. Работая активно в данной системе, прошла путь от новичка к руководителю, преуспевающей командой лидеров. В 2010-м произошло событие, еще больше укрепившее мою веру в выбранном пути. Награждение подарком, а именно поездкой в Китай. Могла ли я мечтать об этом 5 лет назад? Могла. Я рассмотрела это предложение. Оно жгло мне сердце, подталкивало вперед, заставляло меняться, идти к людям и говорить об уникальной возможности состояться на этой земле. Дорогие друзья, снимите свои ограничения, поймите, кто вы. Есть желание познакомиться и узнать больше? Обращайтесь. Готовы вопросы? Можете их задавать. С удовольствием на них отвечу. Я желаю вам успеха.